Вот у нас на другой стороне авокадо. Там мызы, алкомагазины по обе стороны. А во дворах, оказывается, пятерочка. Буквально через два дома по прямой. Вот. Корейская улица. Если идти прям по улице, там сейчас раскатан автомобиль, и не особо удобно. Здесь есть ступеньки. Ну, так мило, что получилась горочка. Такое живописное место. Нижние полные таких мест, где посреди города все выглядит либо как мегаполис, соседствующий с деревушкой, либо как вот какой-то ПГТ или небольшой спальный райончик, также соседствующий с деревушкой. Хотя это все в черте города. Я за год жизни здесь перестала шокироваться, увидела. Но все равно все еще удивляюсь.